Как создать поистине дворцовый стиль в своем доме, не прибегая к дорогостоящему ремонту, не покупать новую мебель, а буквально за 15 минут полностью преобразить свой интерьер. Это, конечно же, возможно с полноценным комплектом для вашей спальни, для вашей гостиной. Золотая мечта. На шоппинг-шоу мечты сбываются. Ну что ж, встречайте богатый, красивый и, самое главное, полноценный комплект, который дарит вам полное преображение интерьера и из какой-то невероятной, богатой, бархатистой ткани. Да, об этом мы поговорим чуть-чуть позже, а сейчас я хочу представить этот роскошный комплект. Что же в него входит, Кать? Итак, у нас две наволочки 40 на 70, у нас роскошное покрывало 230 на 250. Это евроразмер. Конечно, это евромакси. И также у нас полный комплект штор. У нас две роскошные портьеры, у нас два подхвата и дизайнерский тюль. Но у меня есть еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь предметов. И у нас еще целых пять цветов на выбор. Давайте с ними знакомиться. Итак, комплект из 8 предметов, полное преображение для вашей гостиной или спальни, да для вашей квартиры. И в нескольких цветах. Мне нравится вот этот цвет бордо, который у нас представлен. Да, бордо, конечно же, у нас на кровати. Это цвет королей, необычайная роскошь. Это... Итак, в данный момент мы наблюдаем коричневый цвет. Вот он, очень глубокий, шоколадный оттенок. Светло-коричневый цвет эти дали, такой песок. Сочный, с золотыми отливами. Ну и, конечно же, для тех, кто выбирает нежность, это топленое молоко. Давай еще раз их назовем. Айвори, любимый цвет английской королевы. Итак, топленое молоко. Угу. В данный момент мы наблюдаем на экране. Заказ. Далее, так. коричневый. С золотистым оттенком. И рядом у нас будет сейчас темно-коричневый. Но он у нас заявлен просто как коричневый. Так, коричневый, нет. Светло-коричневый и... Да. Коричневый и темно-коричневый. И цвет бордовый. Айвори. Но это еще не все. У нас есть еще один цвет. И это у нас необычайный светло-коричневый цвет. Посмотрите на эту красоту. Очень красивый, богатый, я бы сказала. Богатый ваш дом. Богатая спальня, богатая гостиная. Но я бы хотела сейчас поговорить еще, конечно же, и о тканях, и о роскошных размерах, Марина. Так, вот о хороших размерах и комплекте, в который входит сразу 8 предметов, я тоже хочу поговорить подробнее. Давай. Итак, предлагаю показать размер нашего покрывала, потому что размер у нас Евромакси 230 на 250. Ты знаешь, фантастика – это цена, Марина, за такой комплект. А вот, кстати, за 8 предметов, по сути, полное преображение вашего дома класса люкс в 9999 рублей. Доставка, конечно, бесплатная. Забирайте эти буквально подарки себе. А вот почему ты говоришь, Кать, цена более чем доступная? Вот если бы одно покрывало или весь комплект я делала заказ или приобретала где-то в другом месте? Марин, я тебе могу сказать, что только одно покрывало из шинил жаккарда будет стоить минимум 10 тысяч рублей. Шить такой комплект, у нас полный комплект, давайте не будем забывать, покрывало, две наволочки, полный комплект штор, две портьеры, тюль, два подхвата, будет стоить минимум 40 тысяч рублей. Вы хотите сэкономить покрывало, которое стоит одно только почти 10 тысяч рублей, а у нас целых 8 предметов, не за 40 тысяч, не за 50, а за 9999 рублей. Весь комплект покрывало евроразмера. Большое, богатое, две красивые наволочки. Все это в 5 цветах, но и у нас, конечно, Кать, есть еще и шторы, о них мы сейчас поговорим. Но очень красиво, очень да, нарядно. Оно не то, что красиво, оно очень богато и роскошно. Я предлагаю, да, познакомиться еще и со шторами, ведь это у нас полноценный комплект. Итак, у нас две роскошные портьеры. У нас дизайнерский тюль, который идет с вышивкой, целых 3 метра. 3 метра, как хорошо. Ну, а скажи мне, пожалуйста, портьеры такие плотные, будут защищать, наверное,
наверное, от света. Да, конечно же, будет защищать от света, потому что это шинил, поэтому они очень хорошо будут блокировать солнечный и дневной свет. Итак, у нас в комплекте две портьеры, тюль и два подхвата. И вся эта роскошь, вся эта красота и шинил жаккарда. Вот посмотрите, обратите внимание на эту красоту. Об этом я хотела бы попросить тебя рассказать поподробнее, что такое шинил жаккард. Шинил жаккард — это, во-первых, уникальная нить. Посмотрите, вот в данный момент я вам демонстрирую обратную сторону, и вы видите лицевую. Это шторы, которые не имеют изнанки. А шинил — это уникальная нить, это пушистая нить. В переводе с французского языка называется гусеничка. Да, потому что сама нить пушистая. Именно поэтому мы получаем такой пушистый ворс. И что самое главное, мы получаем не только роскошь, мы получаем не только красоту, вы получаете еще и уникальную практичность, потому что именно шинил считается самой практичной тканью во всем мире для обивки мебели. Фантастика! И из этой прочной ткани вы получаете целый комплект из 8 предметов, 2 большие портьеры, 3-метровый тюль, каждой портьере подхваты Евромакс, то есть расширенного размера, покрывало и 2 наволочки в 5 цветах. Ну и вот сейчас вы видите все это богатство, доступное вам прямо сейчас. Цвет бордо, темно-коричневый, светло-коричневый, цвет молочный, ну и еще у нас есть просто коричневый. Кать, ну а скажи мне, пожалуйста, а сколько прослужит эта ткань? Ты говоришь, она самая прочная в мире. Ты знаешь, вот моему дивану, на которой мы сидим, едим, играем и так далее, уже более 5 лет. Это диван, ты можешь себе представить? А комплект будет служить вам без потери качества десятилетия, минимум 15 лет. Он будет радовать вас своей роскошью, своим богатством, потому что шинил жаккард – это самая практичная ткань. Это самая роскошная ткань. Это ткань королей, которая имеет богатую фактуру, которая имеет богатый узор. Посмотрите, как от преломления света у нас начинает меняться цвет. От более к светлому, к более глубокому и богатому. Ну а золотые вензеля, конечно, делают данную материю еще более роскошной. Золотая мечта, настоящая наша мечта. Комплект аж из 8 предметов и самой лучшей, самой прочной, как сказала эксперт, ткани в мире прослужит от 15 лет без потери качества. Вы когда-нибудь думали, что покрывала и подушки могут быть такими долговечными? А в комплект к покрывалу большого размера 2 наволочкам вы получаете еще и 2 портьеры, каждая с подхватом, и тюль 3-метровая. А значит, у вас есть возможность полностью преобразить свой дом, да еще как изысканно и как дорого. Кать, ну а я заметила, что покрывало-то такое плотненькое. Да, Марина, ты заметила, насколько оно тяжелое? Кстати, да. Вот оно тяжелое за счет того, что шинил жаккард — это такая тяжелая, специально такая портьерная ткань. Mm-hmm. Да, именно премиальные ткани, они всегда имеют свой вес. Но, что очень важно, что наше покрывало еще и стеганое. Я специально перевернула на другую сторону, чтобы вы хорошо увидели стежку. Так. Что очень важно, у нас увеличенная кассета, это раз. И плюс у нас кассетная стежка, то есть наполнитель равномерно распределен по всему покрывалу, так, что очень важно, и он не будет сбиваться. То есть всегда будет единая граммовка наполнителя во всем покрывале, да, и оно не пойдет, скажем так, буграми. А наполнитель не выбьется вот из отверстий швов? Вот за счет того, что у нас уникальная стежка Ультрастеп, наполнитель в том числе не будет выбиваться. Но плюс, фантастика, внутри у нас микроволокно, это очень создано сатиновым плетением, поэтому наполнитель плюс также не будет выбиваться. Ну а, конечно, когда мы говорим про жаккард, когда мы говорим про шиниловый жаккард, премиальные ткани, здесь мы можем быть уверены в качестве на года, на десятилетия.